Мур, привет, друг, это Зверько, и новости по обновлению 1.3.68, хотя в письме написано 1.3.60. Новый герой, Стрелок Грейнджер, будет доступен на основе 23 апреля. На тестовый добавили нового бойца, Иксборга, а обзор навыков уже на канале. Облик Грейнджера, как всегда, выйдет сразу с персом. Полная цена – 269 алмазов. Первый облик отряда Веном будет на Ангелу, я думаю, ты уже знаешь. Так вот, введен он будет 16 апреля и стоить 899 алмазов. Скидка в первую неделю 30%. Выйдет зодиакальный облик на Минотавра. Отгадай какой? И верно, телец. Также поправят облик Клинта, Песок и Солнце. Теперь у Клинта хотя бы один скин будет мужественный. Также поправят и Карине, Фантомный Клинок. Изменения героев. Чанэ. Стаки пассивки на противнике будут держаться 2 секунды, а не 1. Это позволит легче поддерживать высокий урон. Уранус. Первый навык. Увеличили бонус повторного урона по одной и той же цели. Теперь 35% вместо 25%. А лимит усиления 280% вместо 200%. Ульта. Добавили эффект самоисцеления. 200, 300 и 400 хп. А вот бонус к щиту и хп уменьшили. Теперь будет лишь 50%, а было 60, 70 и 80. Диги. Исправили очередной баг с воскрешением. Эсмеральда. Второй навык. Изменили КД на 5 уровнях. Особо заметно на первом уровне. Было 7 секунд, будет 5 секунд с половиной. Оптимизировали иконки навыков. Кае. Еще немного понерфили прирост физической защиты. Теперь 3,3 вместо 3,8. Кимми. Ульта. Добавили времени КД. Теперь 24, 20 и 16, а было 20, 18, 16 секунд. Олдос, первый навык. Немного добавили урона за стак. 8 единиц вместо 7. Олдос, Ланселот и Алукард оптимизировали эффекты навыков. Херизла, первый навык. Уменьшили бонус от экипировки. Будет 80% вместо 120%. Но добавили экстра физический урон в 8% от потерянных хп противника. Этот урон прибавляется в урон от взрыва проклятия. Второй навык. Адаптировали прицел джойстиком, что серьезно облегчило принцип наведения. Можно перед ударом чуть перемещаться в нужном тебе направлении. Пассивка. Защита возрастает в процентном соотношении от потерянных хп. Это сильный аптеризлы. Второй навык стал более удобный. Плюс усилили пассивку и первый навык. Фарамис. Первый навык. Теперь КД будет 8 секунд вместо 10. Хотя в игре указано 10 секунд. Но ничего, до выхода еще далеко. Успеют поправить. Второй навык. Уменьшили перезарядку примерно на секунду. Кроме этих изменений. Добавили статуи. Алукарда. Эйдоры. Зилонга и Гассена. Если я правильно понял, Фрею уберут из бесплатного подарка пополнения, и она будет стоить 599 алмазов. Успевай приобрести, пока так не сделали. На этом все. Напиши в комментариях, как тебе котик. Подпишись на канал, если этого не сделал, и поставь лапку. Удачи, друг!